Вот примерно так, парни, добываются заготовки для всяких там токарно-фрезерных работ. Ходишь вот так вот по помойке и пытаешься что-то вымутить. Угу. Вон тут сколько всего железного-то. Но все это сильно большое, оно никуда не влезет. А сейчас покажу сегодняшний улов, что я уже себе наулавливал. А, во, кстати. Кусок полотна от мехпилы. Вот это вот все каких-то дичайших марок. То есть, судя по вот этой маркировке, у этой херовины родословная длиннее, чем у меня. Вот. А вот это вот, это моя прелесть. Вот все, что вот здесь вот навалено. Хе-хе, я счастлив.